день 2/3 расходов, вам Минфин на это что ответит? Так у вас льгота есть, супер, вот можно было все что угодно там по рыночной стоимости поставить. Это проблема на сегодняшний день во всех конституционных соглашениях, она еще не решенная по состоянию на сегодня. На самом деле практически аналогичные положения, они существуют и для ГЧП. Но для ГЧП, там, знаете, какая сложность с ними, с ГЧП. Исторически для ГЧП не было никаких специальных норм. И законодатель считал, что так как в ГЧП нет проблем со странностью титула, где титул принадлежит не тому, кто создан, то вроде как должны общие нормы вполне даже годиться для того, чтобы зарегулировать все налоговые особенности. Но очевидно, что это не работает,